Более 100 специалистов приняли участие в семинаре «Библиотека. Территория культуры и досуга». Участники обсудили направление своей профессиональной деятельности, обменялись идеями. С подробностями наши корреспонденты. В программе семинара более 10 выступлений. О работе арт-гостиной в Краснотурьинске, литературном объединении «Серебряные струны», краеведческих поездках по Уралу, Красноуральской ЦБС. Тагильчане рассказали гостям о возможностях библиотечной системы. Казалось бы, все время говорят, вот наступает цифровая эра, эпоха, да, и библиотеки могут уйти в прошлое. Но получается так, что вот те новые технологии, которые появляются, те возможности, они наоборот библиотеку подвигают на какие-то новые идеи и таланты. Очень мало им мест, где можно собраться по своим интересам. Например, там за клубом Гарри Поттера, там, да, или любители манги. Мы предоставляем территорию. То есть у нас есть информационная возможности. У нас есть физические возможности пространства, которые мы предоставляем, и у нас очень много идей. Среди собравшихся представители 40 областных территорий. Они приехали перенять опыт коллег и рассказать о своих достижениях. Мы с коллегой приехали из Качканара и расскажем своим коллегам, библиотекарям, о том, как мы развлекаем своих читателей в нашей библиотеке. Мы будем рассказывать, как мы провели квест для молодежи по всему городу, краеведческий, очень интересно. В Центральной городской библиотеке огромной популярностью пользуются библионочи, в том числе для привлечения молодежи. Ближайшее подобное мероприятие состоится 22 апреля. Как отметили в ЦГБ, уже сейчас подрастающее поколение может найти для себя что-то интересное. Мы говорим об арт-терапии, важных направлениях, которые применяют в социальной деятельности. Мы говорим о неделе науки и техники для детей, возрождении этих недель, о том, как важно давать детям возможности знать инженерную мысль, да, страны. Павел Маклаков, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.